мы начнем это видео с того, что поделимся некоторыми истины, которые многие люди уже знают, но о которых не всегда упоминается. Женщины сильные и независимые, способны позаботиться о себе, не завися от человека для его защиты. Они демонстрируют интеллект и креативность, создавая постоянно новые идеи и решения. Кроме того, женщины красивы и чувствительны, способен сделать других счастливыми. Умение женщин быть смешными и развлечение замечательно, обеспечивая счастливые моменты для окружающих. Ваше сострадание и забота проявляются в искренняя забота о благополучии других, что отражает существенность женщин в обществе. Они действительно подарок миру. Поэтому важно понимать, что женщины, они решают быть рядом с вами по собственной воле. Главный урок стоиков состоит в том, признать, что женщины имеют то же самое интеллектуальные способности, чем у мужчин. Однако удивительно, насколько несправедливо. Кажется, иногда это была природа. Ограничивать умы женщин и уменьшать его достоинство. Правда в том, что если они обучены, женщины обладают такой же интеллектуальной силой, а также способность действовать определенным образом. Благородный и щедрый. В наше время некоторые мужчины, у них есть естественная способность привлекать женщины, в то время как другие сталкиваются проблемы в этом отношении. Это может привести к разочарованию и разочарованию. Быть неотразимым для женщин – это очень важно развивать три характеристики: много энергии, харизмы и внешности. Что касается высокой энергии, женщины, их привлекают энергичные мужчины и уверенные в себе, без необходимости быть экстравертами или клоунами. Достаточно позитивного и уверенного настроя. Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, занимайтесь спортом регулярно, обеспечивайте достаточный сон. И переход на здоровое питание являются важными шагами развивать эту энергию. Харизма, в свою очередь, означает способность привлекать и увлекать людей что-то, что женщины находят привлекательным. Уверенность в себе, навыки, социальность, юмор и интеллект являются факторами, которые способствуют харизме. Работайте над уверенностью в себе, знайте слушать, практиковать зрительный контакт, улыбаться часто и развивать чувства. Юмор – это конкретные способы улучшить харизма. Признавайте и цените качества женщины в сочетании с развитием личных качеств, такие как высокая энергия, харизма и внешний вид, способствовать тому, чтобы человек стал более неотразим для женщин. Просматривайте книги, смотрите фильмы и шоу телевидение и участвовать в разговорах с людьми из разных слоев общества. Следуя этим рекомендациям, вы окажетесь в путь к развитию харизмы и становлению в неотразимой фигуре для женщин. Несколько примеров того, как это может проявляться. Харизма включает в себя веселое присутствие и приятный, способный заставить людей смеяться и чувствовать добро людям. Кроме того, он демонстрирует уверенность и напористость, выражая свое мнение, проявляя интеллект и интерес к взаимодействию. Харизма означает излучать позитив и уверенность, то, что женщины находят привлекательной. Что касается внешнего вида, то это важно. Имейте в виду, что не обязательно быть моделью, чтобы привлечь женщин. Забота о себе и хорошая одежда – важные элементы. Следуйте нескольким советам, чтобы улучшить свой внешний вид. Как соблюдать личную гигиену? Ежедневно принимать душ, чистить зубы 2 раза в день и пользуйтесь дезодорантом.
выбирайте чистую, выглаженную и подходящую одежду, сохраняйте. В хорошей физической форме, ухаживайте за волосами. Борода с обычной и подстриженной стрижкой. Если у вас есть борода, подумайте о том, чтобы накраситься вместе с ней. Модерация для улучшения ваших возможностей. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы попадете в способ улучшить свою внешность и стать более привлекательным для женщин. Примеры того, как хороший внешний вид включает в себя ухоженность. Демонстрировать чистый и организованный внешний вид. Одеваться стильно, поддерживать физическую форму. Здоровый, правильный уход за волосами. И бороду, и осторожно пользуйтесь косметикой. Уверенность, которая приходит с хорошим внешним видом, привлекательна. Для женщин, но важно помнить. Внешний вид – это еще не все. Женщин тоже привлекают. От умных, веселых и интересных мужчин. Тем не менее, хорошая внешность имеет значение. Ценная отправная точка и при разработке этих качества вы будете на пути к тому, чтобы стать неотразимой. Для женщин. Если понравилось, не забудьте активировать колокольчик уведомлений. Поставь лайк и подпишись на канал. До скорого!